Да, своя она уже, да, своя. Сюда мне уже, да. Смеется, да, спросил меня. Там вообще просто там попал. Серфина, да. Бога верует, он, да, бегу верует, да. Да, мы уже сам. Вот это было там. Наоборот, да, наоборот, болеть будешь. Ну нет, ты избираешься.
Ну вот наоборот. Не причиняй вреда, значит, постепенно как-то надо. Ну вот это будет. Ну, свет как кричит. Вот это и есть. Ладно, все нормально, все, да. Все, да. Все будет. Не боите, не боите. Ну, даже не боите. Видимо, вообще никому нельзя доверять. Вообще нельзя проверять. Ну я так смеюсь, только ты не думай, что я такой абстрактный или не абстрактный. Не знаю, воспринимай как покаяние или просто, наверное, не знаю, на публику. Да. То есть, да, моя версия такая, да, ну вот наоборот, да. Ну и это не значит, что так надо жить. Это просто какой-то ориентир, да, то есть... Смотри, у тебя есть семья, правильно? У меня семьи нет, правильно? У тебя отношения нормальные, у меня нет нормальных отношений. То есть семья, я понимаю, как жена. Я сейчас буду относиться к родственникам, как будто они у меня семья, что ли? Я сумасшедший, что ли, по-твоему? Мне надо сейчас нарабатывать себя, профессию, специальность какую-то, чтобы, да... То есть семья в 38 лет для человека, это его жена, мужчина, либо муж, понимаешь? Все остальное не семья, а родственники. То есть они, да, ты от них отпочковался, они у них отдельные свои семьи у всех, да, правильно понимаешь? То есть как бы уважают или, то есть, и как бы, я как тебе сказать, когда мне это навязывают, то значит, ты мне хочешь сказать, что вот у тебя семья, папа, мама, ты что, блин, мне 3 года, что ли, или как, я что, не, я сумасшедший, что ли, блин, совершеннолетний преступник, что ты такое говоришь, да, ну, это он имел в виду, да. Да наоборот, он тебе так говорит, вот это у меня. Да мне, что ты мне сказать-то хочешь? Я про себя говорю вообще только. Да, то есть, ну ладно, хорошо, не про себя, а мне вообще так. Ну нет, понимаешь, какая ситуация? То есть, да, она поняла тебя просто. Да, да, да. А на это я не заработал, потому что у меня такая вот семья была. Да не семья это, потому что они меня вырастили, когда они были моей семьей. А сейчас они просто родственники, а я без семьи. Мне за это их уважать, что ли, надо? Мама с папой развелось, а откуда я знаю? Мне вообще насрать на это.
Меня против них ничего нету. Нет, я просто тебе объясняю. Ну, наверное, какая-то закономерность. Мне на это насрать, потому что мне наплевать на это. Единственное, что имеет смысл, это работа. Да, ну, над собой, то над говном достало. Ты сумасшедший, что ли, не понимаешь таких простых вещей? Да, понимает. Да, понимает. Да, да. Нет, если ты спросишь, что девчонка там, Нагуманова там или кто там, да. Я на ней не собирался жениться изначально, просто я как бы нестабильный был человек, да. И специалист был очень слабый. То есть я как музыкант, я хотел быть композитором, там, Скрябиным или кем угодно, да. И я понимаю, что у меня этого как бы и чувствовал себя слабо, потому что я на кофеине сидел на всяких. Ну не на кофеине там, на зеленом чае. Ну не важно, он на расслабляющих всяких, еще отцовские всякие. Вот отец у меня сам занимался шаитской шизотехникой всякие, да. Я тоже, да, то есть. Они как бы расслабляют и ум, и все. То есть это когда без ума, ты как бы как баба, да, типа того. Понимаешь, да? Ну нет, я старался. Ну в этом есть свой, как бы когда ты разжижаешься, когда ты такой, да. То есть в этом есть свой, как сказать, какой-то потенциал, ну понимаешь, но да, да. Но она себе так говорит, наоборот, да. Ну тогда не собраться уже, да. Ну это долгий разговор. Ну смотри сам. Как бы, да. Ну испытал, что, нормально? Нормально, говорит, да. То есть все, а теперь надо работать, быть специалистом и профессионалом, да, и что-то делать нормально людям, да. Оно все равно так не работает изначально. Отец что-то там свое искал, ну как бы там какие-то свои техники, шмехники или что там ему надо было. Вот что-то ему, не знаю, жилось ему неспокойно, хотя вроде у него и бизнес, ну как бы нормально же был человек, специалист. И там шашлык мы делали, ездили и все. Меня не касается. Вроде нормально была обстановка, как скажем, да. Я про Марата имею в виду, да. Да, то есть все было вроде хорошо. Но как бы что-то вот ему не жилось, понимаешь, он там в Индию что-то ездил, то еще что-то. Что-то какие-то там, да, понимаешь? Ну или просто был развитый какой-то там, или еще черт его знает, не знаю. Да, короче, и что-то вот ему не жилось, и вот он делал всякие техники там, ашаитские там, и... Ну я просто так уже с оскорблением сказал, потому что, как бы я... Ну, оно просто... Оно нормально, оно недодумано просто, понимаешь? Да, то есть, и что техники, куда они ведут? Да никуда они не ведут, понимаешь? Для чего? Да не для чего. Отец вот вроде пытался сказать, что там в свое время занимались, что для жизни, чтобы ты был сильно эффективной в жизни. Ну как-то не очень это работало. Как-то получалось, что все вокруг дураки, а ты один самый. Или это только мое было восприятие. Короче, получалось, что да, ну да, понимаю. Что все как бы лохи, а ты такой как бы хороший. Ты такой хороший, ты такие умные техники, такой. Или наоборот, там, неважно. Да, да, то есть, короче, они такие энергетически непродвинутые, а да, то есть, да, они-то обычные, а мы-то как бы специальные какие-то там, не знаю. Что-то типа того, наверное. Или это только исключительно моя была такая. Поэтому такая вот ситуация сложилась, как бы что, не знаю, вот, ну, то есть, вот что я тоже этой херней себе занимался, а потом как бы. Ну, в нормальном состоянии, смотри, я с девчонкой вместе учился на третьем там или на каком курсе, но я был старше ее, просто, да. И я изначально, у меня как бы не было такой темы, я туда пришел не то, чтобы баб цеплять или чтобы жениться. То есть, мне, то есть, и как бы, вроде как, все нормально, и, ну, она, кстати, нормально, она умеет в рот смотреть мужикам, то есть, она так, ты что-то, она такая, ты, как бы, это, то есть, это нормально, это очень, как бы, женский, но я не знаю, сколько это... Да, 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 понимаете. Ну это хорошо, это очень женственно, то есть это значит, она как бы хороша будет в семье, как бы, да. Ну, нет, серьезно, это очень мощный потенциал, на самом деле. Ну, как по мне. Я про себя так думал просто, да. Да, понимаете, да. Да, да, да. Ну, эмоционально с детьми лать чаще надо-то, блин, да, понимает. Ну, как бы, вроде как, да, она поняла тебя просто наоборот, только, да. Ну, не, я ничего не навязываю, я просто говорю, что, ну, да не важно, просто была девушка, там, ситуация сложилась, склонилась к тому смыслу, типа, что, как бы, надо за ней ухаживать вроде как, и все вообще вроде как нормально, ну, не знаю, идеально или нет, но, как бы, я такой, да ну нахер. Да, то есть, я как бы не то, что брезговал просто, это не моя тема была. И да, ну то есть я не для этого туда пришел просто изначально, потому что я не знаю, там Чайковский, да, да мне наплевать просто. Для работы изначально. Так нет, подожди, ты в 22 года сейчас будешь за девчонками ухаживать, когда ты пришел с нуля учиться музыке по-настоящему. То есть ты захотел, ну, перековать себя, типа, да. Он про себя, ну он это делал, да нет, он про себя так думал просто, да. Нет, ты бы так сделал, наверное.
Так, и я тебе примерно вангую, что бы тогда было, да, понимаешь? Да, короче, это да, у тебя будет акшабар, как говорится, да. Меня это не касается, да, понимаешь. Мне это неинтересно, понимаешь? Нет, я не то, что такой брезгучий или что там такое, просто я не планировал это. Ну, может, и так тоже, отец у меня тоже так учил. Да, это что самое, да. В принципе, в этом и есть доля истины, понимаешь? Потому что женщине надо, чтобы ты был надежный, типа того, чтобы ты... Наверное, да. Но как бы мне не до этого было, у меня это не было моим планом. И, ну, наверное, это мой то ли изъян, то ли не изъян. Ну, как бы, ну, что значит изъян? У меня то есть это жизнь, она может быть, то есть, а женщина это само собой разумеющееся, у нее своя жизнь. Ты ее выбрал, она к тебе пристроилась, и все, и она разжирается, да, типа того, да. То есть, как бы, да, ты ее выбрал, добился, заухаживал, то есть, ей же надо доказать, что какой еще ты преступник, что это такое-то. То есть, ей надо доказать, что ты надежный, понимаешь, да, ну, что, да, типа, наоборот, только, да. А, это имело в виду, да. Ну, да. Что, вот как бы, как тебе сказать, что не только ты надежный, что ты у тебя есть и, да, что ты ее можешь взять и крепко держать, понимаешь? То есть, да, и что она для тебя уникальна, она для тебя какой-то особенной является, там, типа, да, как бы, держать, да. Что ты ее, как бы, не впустишь, типа, все дела. Ну, как бы, ну, наверное, а может, наоборот, не знаю, наоборот, скорее. Да, понимаю, да. Ну, нет, у меня нет таких намерений, я на себя так говорю, просто, да. Ну, наверное, да. Ну что, их надо добиться там и ухаживать за ними, типа того. А потом они сами уже прилипнут, типа, наверное. Не знаю, это не суть разговора, мне это не касается. Я просто тебе объясняю, что у меня это, мои планы это не входило. Ни на тот момент, ни после, понимаешь? Да, понимаешь? Ну да. То есть, когда ты осознаешь, что сейчас тебе надо будет заниматься не тем, что ты, ради чего ты начал это. Может, не знаю, может, ты лентяй, может, еще что-то. Это не суть разговора. У меня были какие-то планы, они были не очень реальные, да, наверное. И я был очень себе раздражен, потому что все знали, там, ну, все музыканты, представляешь, сюда приходишь, они все играют на фортепиано, все знают гармонию, все сольфеджио тренированные, все, короче, все музыканты, а ты один лох, там, 22 года, который хочет, как бы, все это знать, который хочет все уметь и перерасти еще все это, понимаешь? Ну, как бы, просто, ну, настоящим таким музыкантом, композитором быть, да, то есть, понимаешь, мнение, может, ладно, мнение, только это, да, понимаешь? То есть, как бы, и понимаешь, что это либо гигантский объем работы, либо какой-то ширли-мырли, либо ширли-мырли, да, то есть, или какой-то другой путь найти, более, типа, рэперский какой-нибудь такой, квази-музыка, ну, простой, скажем так, да, но это последнее я не рассматривал, просто так уж получилось, ну, там, да, просто у меня опыт был игры, там, деньги делал, просто, да, не суть разговора. Да. И как бы. И еще я не тренированный был на все. То есть я не знал ни жизни, ничего, я не понимал, то есть жил все время на мать, да, то есть мать деньги зарабатывала там свои какие-то. Ну, как бы зарабатывал, но при этом мы что-то вот потеряли, как бы, да. Ну не мы уж, а я на их шее там сидел, по большому счету, здоровый, да. Вот такие вот отношения, да. И это ты правильно понимаешь, 22 года такого вообще не должно быть. Ты меня понял уже, да, то есть. И все мои работы, они все как бы такие были. Ну да, он тебе просто все говорил, на сознанку говорит, да ну вас, нахер. Да при чем здесь это-то? Просто понимаешь, какая ситуация? Потому что ты уже просто достала меня, просто понял уже, да. Да, потому что это как вот какой-то, ну, понимаешь, да. Но я все равно, я думаю, что эта формула идеально работает. Да, потому что женская тема, наверное, ночь это женская тема, ты правильно понял, да. Утро, думаешь, совместно, ну, ради, не знаю. А день это мужская тема, ты правильно понял, да. Да, свет это мужская тема, как бы Аполлинарий, там, Аполлон, там, все дела, да. Вообще-то женская. Слабость это женская тема. Ну, если сказать, женская сила, красота, там, притяжение, притягательность, это женская или мужская? Это женская тема исключительно, да. Протон, то есть, да, позитрон. Ну, причем позитивная же, женщина же, не положительная. Да, то есть, да. Ну, на самом деле, да. Но это уже меня не касается, да. Это меня не касается, я просто к чему говорю, да. Нет, я тебе точно говорю, что, ну, нет, вот это он, ну, да. Ну, смотри, ты такой, бей бабу молотом, будет, ну, зачем? То есть насилие, оно запрещено законом, просто это просто психиатрично, да. Отношения выяснять, это тоже, это как бы, я сказал, это как бы, понимаешь, ну, не очень по-мужски. Если ты скала, тогда тебя с места, ну, то есть, как бы, все понятно просто. Тебя никто, понимает, он это просто уже. Здесь какой есть момент? То есть, как бы, мне свое сердце жалко просто, понимаешь?
понимаю свое просто буквально здоровье. Да, понимаю. Всего нельзя тратить, то есть как бы да, нельзя. Ну, она поняла, кстати, она поняла, да, себе так говорит, да. Да, да. Ну нет, я имею в виду, что ты типа там какой-то непробивной, там, типа, все дела, да, то есть это. Да, да, да. Ну, именно все пока тренированно, но все равно так приходится, скажем, да, да, да. Иногда придется разменяться с тобой. Но в идеале как бы так, да, понимаешь. Ну, такого идеала как бы, ну, это, ну, нарабатывается близко как бы. Ну, ты что, смотришь, и что, и сейчас же кого-нибудь, да, понимаешь. Ну, наверное, да, ну, смотри сам, то есть это просто, когда уже все совсем стабильно, если совсем, ну, как, когда это ли уже надоело. Да, ну, наверное, да. Ну, может, да, да, да. Ну, нет, не в этом дело, да. Мне это не интересно, сколько можно, это вообще ни о чем. Нет, мужик сентиментальным быть не должен, понимаешь? Ну, как бы, понарошку в профессии, может быть, еще как-то, и то, и ты как бы понимаешь, что за, да, то есть, да. Это добро, понимаешь? Если женщина сентиментальна, то от этого что-то, наверное, наверное, да. Вокруг нее хорошо, и ей хорошо, и все нормально, да. Потому что денег-то ей все равно никто не даст, понимаешь? Значит, она сильно понимает. Каким-то образом все равно отплатите мне, понимаешь? Ну да, то есть то, что я, ну, не знаю, исследую территорию, можно сказать, да, сейчас просто бесплатно. То есть, наверное, да, я наработаю себе дальнейшее место какое-то, да. Ну вот это он имеет. Нет, вашу, как бы я все равно, я не то что, я вот пытаюсь что-то оскорбить, я просто вашу говорю, что религии не существует как таковой, понимаешь? Да, то есть я против религии, не просто против, мне на нее насрать просто. Понимаешь, поэтому вот ваши попытки типа, да, заслужить свое религиозное, это просто, да, какой-то, ну, отрицать это тоже нелепо, то есть какой-то инструментарий, что-то при этом происходит, какая-то психологическая помощь, то есть какие-то есть адекватные механизмы, которые, да, которые вот работают, понимаешь, это что значит? То есть Бог используется такое понятие, как прокладка, понимаешь, как прокладка для того, чтобы где-то кто-то работал, ну, чтобы, как квази, там, да, списывать туда какие еще грехи. Чтобы типа квази работать, ну да, 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 чтобы улучшать, ну да, 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 то есть. Но это не работает так, да. То есть есть, потому что прокладка реальности. Ну, то есть это политическая просто такая, да, на тему. Да, ну, наверное, да. Ну это все знают, то есть это сейчас уже не век уже, сейчас это, да, сейчас уже высоко на то, что все известно. Да, да, то есть, да. Это то, что объективно. Неадекватии, поэтому сила, как бы, да, поэтому религия силе будет всегда, да, понимаете? Просто потому что люди ненавидят жизнь и не хотят жить по-настоящему, да. И это очень сложно жить по-настоящему, и наоборот, очень просто, да, потому что, да, поэтому они вот все приносят какие-то фальшивые штуки, чтобы ходить в полу по тьмах, но такого не бывает. Если ты надеваешь варежки на фортепиано, ты уже не сможешь сыграть, понимаешь? То есть, если ты в религии, ты уже не сможешь жить по-настоящему, понимаешь? Да, причем в любой. Если ты в гондоне, ты не изучешь ребенка, правильно понимаешь. Религия, она не для этого предназначена, это всего лишь политика, понимаешь, это инструмент власти, все. И обман, кстати. И все секты, и жизнь, и ежи туда же, да. Нет, секты только это не политика, да. Это организация, политическая, денежная, денежная организация. Политическая нравственность, которая политика начинается, да. Политика, то есть, да, да, то есть, а говорить, это страх просто. Да, страх, да, я предупредил, что очень гигантский объем работы, очень гигантский, поэтому ты, да, да, да. То есть, это жить, как бы, очень непросто, на самом деле. Если бы так было, то давно бы с таким
Но что точно есть в этом мире, это есть мужчины, которые работают, понимаешь? И женщины, которые рожают детей. Привлекательные и ласковые, и безусловно не мешают мужикам делать то, что они считают, ну, то, что надо. Да, и не убегая, и не змеиный яд свой вообще, да. А живут какой-то, да, понимаю, это. Это, да, это вот как, это натура, понимаешь? Это наши, это, наверное. А у тебя натура, что ли, тогда, да? У всех есть причем, понимаешь, не только там, да, то есть, то есть, да, на самом деле, понимаю, просто по признаку, поняла, да, не касается, то есть, да, такой объяснитель, что ли? Что ты мне знаешь? Просто я говорю, что жизнь такая, ну, 7, это, да, просто жизнь, она вот она реальная, типа того. Ее сложно жить. Вот, поэтому люди всяко извращаются. Но если ты извращаешься, то тогда ты уже не сможешь жить. Вот, то есть как бы тогда ты через прокладку не получается, через очки не получается хорошо жить, правильно? То есть, да, через фальш не получается сделать правду, понимаешь? Через ложь добрать, да, да, правду не сделаешь, да, да. Не лучше это, потому что, да, то есть просто, и ложь — это что-то такое, чего нету, понимаешь? Вот его нету по-настоящему, да? То есть смотри, вот ты сейчас сидишь в комнате, и у тебя что-нибудь тут вот, например, что у тебя там может быть? Ну там, не знаю, там какая-нибудь розетка. Я тебе скажу, что там не розетка, а там как бы что-нибудь. Ты такой, у тебя в реальности как будто это появляется, тогда раз и умер, например, или просто тебя стало. Просто, ну то есть это и называется ложь. То есть она как бы, да, она поняла тебя. Да, просто она поняла. То есть люди, которые по лжи живут, они не уже. То есть, ну, нельзя по лжи жить, потому что этого просто нету. Если этого нету, то рано или поздно ты умрешь. Ты будешь в каком-то нонсенсе находить, да, то есть или будешь в бреду каком-то ходить лично. Скрываю. Ну и что? Ну, то есть, что, чего я не знаю, чего я не умею. Я не умею играть на фортепиано, как скрипки, какие-нибудь. Я умею что-то импровизировать от балды. Это я знаю, да. Знаю теорию музыки, ну, знаю то, что я сам ее постигаю, как бы еще больше. В смысле, практикой, да. Ну и практикой, и теорией, да. Ну, это не важно. Практика, да. А себе я тут так думаю. Есть у меня образование музыкальное! Композитор и музыкант, понимаешь, что это просто познание, ну это просто начинание, что ли, или нет, не на этом основании. Мое понимание музыкальной работы, значит, и музыкант, играешь классическую музыку, ну, концертмейстер, ну, куда конец. Ну, на самых ножках, да. Ну, это правильно, да. То есть, без образования ты не получишь работу свою, да. Это нормально. Да, ничего, и? Ну, или очень много опыта. Какая нахер разница? Нет, разница есть, все-таки какая-то, и дальше.
фигу. Знаете, как детей учат, когда они вот маленькие? Или когда они непослушные? Да, если ты хочешь, чтобы они чему-то научились, то есть, если ты хочешь, чтобы они научились музыке, то они, ты их пальцами сидишь, вот мама сидит рядом, и их пальцами вот так вот играют. Если они имбецилы какие-то, да. Вот так вот это проходит первый год обучения. В музыкальных школах нормальных, да, понимаю. Ну, да, понимает она тебя. Ну, наоборот, только, да. Ну тогда надо с педагогом как бы нянчиться тогда, понимает она, да. Да, понимает она. Да, ну вот меня это не касается, да, понимает она. Да, то есть. Если ты человеку говоришь «повтори за мной», показываешь, и человек... И ты снова говоришь «повтори за мной». То есть как мне на это реагировать-то? То есть как я должен, да, то есть, ну нормально, значит какой-то другой подход найдем, ладно, пусть вот это вот, то есть, да, понимает, это долгий разговор, поймешь, короче, да. Да, то есть, мне это не интересует, меня это, я просто, ну, мне тоже свой азарт есть, ну, а если так вот сейчас делать, то есть, они все равно никуда не выступают, правильно? Что тут понимаете, надо сидеть и учить себя, значит, надо сидеть смирно и повторять за мной. Чтобы что-то научиться, надо повторять за учителем. Ты никогда не знаешь, что ли, про это? Чтобы что-то научиться делать, надо повторять. Да, то есть, я не знаю, ребенок имбецил, значит, не повторяет он. Он ничего не понимает, она, да. Она осознанно ничего не делает. Не касается. Да. И почему я себя так именно таким образом я так живу. Миллион лет это все не как вы, да, что в твоей жизни, когда ты будешь умирать, и будет иметь смысл. Новый год не будет иметь смысл.
Что настоящее из этого всего? Это же смешно. Просто популяция, которая унаследовала болезнь, которая маразматичная, ненормальная популяция, которая что-нибудь делает какое-то там, как, да, отгрызают мыши, которые сами себе лапы отгрызают, например. И они тебя учат лапы сами себе отгрызать, и ты рождаешься в их обществе. Ну, просто ты рождаешься там маленьким. Что значит, в каком еще обществе? В каком обществе я пошел к черту? Ой, блин, да достал уже сумасшедший. И рождаешься просто ты там, да, но он это и говорил. Да, и унаследуешь, ты просто смотришь и как бы впитываешь, как люди себе сами руки отгрызают, например. И потом делаешь то же самое, поняла? Да, то есть, и тебе кажется, и ты настолько тупой, что ты убежден, что так и должно, что в этом есть что-то нормальное, понимаешь? Примерно то же самое, да, с Новым годом, с вашими мнениями всеми, что здесь что-то вообще, да. То есть, ну, и это не секрет, как бы. Но тебе своя жизнь не нужна, поэтому ты должен смотреть на это не хочешь, да. Эта жизнь твоя пройдет не зря. Общество — это не женская тема. И можно отталкиваться от этого же, но найти что-то доброе в этом, так скажем, да. И чтобы кто-то за них платил, да, понял. Наверное. Типа близких семей. Принцип слабости, да, наверное, да, типа того, да, типа, а, и да, либо того. Да. Это нормально, это по-женски. Важнее, наверное, денег есть. Само те, кто деньги зарабатывает, те, кто их придумал. То есть люди живые, которые, чтобы они вообще были как-то, да, понимаешь. Наличие популяции, да. Более адекватно, может, даже, да. Меня это не касается. То есть есть что-то женское, и оно не мужское, понимаешь. Женская слабость, она не просто так. Она мужчине жизнь не портит, понимаешь? Я не касаюсь. Я тебе еще раз объясняю, что жизнь как бы прекрасна, прекрасна. А что такое жизнь? Жизнь — это работа. Это труд, самопознание. То есть буквально труд, ну, популяции за деньги. Потому что популяции... То, что тебе, ты родился в этой популяции, и там есть музыка. Родился бы там миллион лет спустя, или наоборот, там раньше, музыки бы не было, понимаешь, как отдельного, да, понимаешь, какого-то. А сейчас тебе надо деваться, тебе некуда, то есть работа и делать настоящее. Да, я тебе говорю, просто вы все недоумки. Просто как вам объяснить? Просто вы думать не умеете, что ли, вы скажете, что это. Важно, что вы тупые, если я один, ну да, понимаю. То есть надо просто делать то, что ты любишь, и делать это хрен за деньги. Ну, видишь, это все теоретически. Нет, просто если ты меня спрашиваешь, то есть ко мне вопрос. Я говорю, что это маклер, шмаклер, вообще хоть биржу хочешь. Любое дело, любое. Ну, она себя говорит, ты сумасшедший, что ли? Ну, любое, ненормальная игра, это просто, да. Ну она о себе так думает, мне насрать, блин! Еще раз я тебе говорю, вообще любая профессия, любое дело, любой бизнес, который здесь есть, это путь, как бы, мужской, да, к совершенству, пусть так будет. Это жизнь, это свято, понимаешь? Для мужика это единственное, что есть в мире. Опции, да, для мужчины. Это единственное, что больше ничем невозможно. Все остальное смерть. Только этой жизни, да. Ничем жить больше нельзя. Все остальное это недолговечное, обманет. Оно не нужно популяции человека. И тебе тоже. Ты тоже популяция. И род человек. Ну, часть популяции. Ее как бы фрактали предстоит. Да, да, тебе уже достал. Да, не нужно это никому, ни тебе, ни людям, да, понятно. Вот видишь, что чтоб толку разумеет, можно так сказать, короче, без ваших всяких помощь. Так вот и все, блин, да. И все, больше деваться некуда. И я настолько, ну, не настолько, а настолько. А если деньги не змея, я повел, если что, ты берешь и беременеешь. Как бы, да, что-нибудь ей пока, там, можно даже без затрат, там, как-нибудь ее или взял, напоил, забеременел ее, там. Меня это не касается, что значит попалась. Ты выбирал же, выбирать было лучше. Ну, ничего, ну,
женщины. Знаешь, берешь и беременеешь как-нибудь, постепенно ее отремонтировал. Мне это не касается, да. Наверное, продолжаешь жить как-нибудь, да, не знаю уж как-нибудь, да. Это их проблемы. Я что, тебе обязан, что ли, чем-то? Я тебе еще раз говорю, у них отдельные тела, это их смотрите. Оно пошло работать, это ее проблема. Потому что, если надо, понимаешь, ты, у тебя жизнь только мужская, она одна, понимаешь? Если да, то есть как бы все, да. Я тебе говорю, ваш, да. Это, ну просто такой трюк такой, чтобы книги продавать, Ромео и Джульетту, там, пьесы, еще что-то. Просто так, да, это, понимаешь, это просто неправда. Просто вранье, это все смерть просто на самом деле. Да, потому что все равно, люди все равно все отдельные. Если бы ваша романтическая любовь, вот она вот реально существовала в таком виде, который ты хочешь ее преподнести, это было бы хуже Silent, это было бы так настолько уродливо, что ты даже... Но ее не существует, понимаешь, да? Если она просто ее удист... Опа, и нету ее, все, да, я понимаю. Потому что... Свалить некуда, потому что да, давай все, это уже работа психолога. Ты мне столько всего должен, она мне столько всего хотела, хорошо сказала, да. Да, я понимаю, да. То есть это, я просто не к тому, что мне на это насрать вообще, я тебе просто объясняю, что это все знают, понимаешь? Любовь всегда, то есть, что, да, что права качает и так далее, да. То есть мне это не касается, я просто тебе объясняю, что, да, понимаешь? Я тебе еще раз объясняю просто. Я еще проще, как проще это сказать? Еще проще надо говорить. То есть это есть просто в реальности того, что на это люди ориентируются. То есть когда люди такие живут в идиллии, то сразу же к семейному психологу попал, все пипец, там значит такая, там это вообще просто, да. То есть как бы, да, то есть там понимает она тебя просто, да. Ну да, то есть никакой идиллии не бывает. Значит, мужик как баба, а женщина как мужик. То есть это, да, и, да, понимаю, и семья как бы такая, так, да. но она есть, это лучше, чем вообще никакая семья, как я так думаю, да. Смотри, вот организм, который больной, но живой, это лучше, чем вообще смерть просто, когда никого вообще нету. То есть, и это никто даже не спрашивает, а вот так оно и есть, понимаешь? И если он живой, то у него есть силы жизни, он дальше отремонтируется, он может выздороветь, понимаешь? Да, то есть, что он не хочет болеть и страдать. То же самое с семьей, наверное. Семья не хочет болеть и страдать. Она хочет, чтобы муж был мужиком, а женщина рожала детей и была безденежной, была мамой и была душой, как бы, да. Которая будет обогревать то, что мужик там что-нибудь вещи какие-нибудь сделает. И, ну, он зачем? Он что, лох, что ли? Он купит эти вещи? Или наймет специалиста? Да, то есть, ну, ну, не лох, просто безденежный, потому что заняться нечем больше. Да, ну, наверное, у тебя единственная жизнь, думай внимательно, ну, он все так говорит, меня не касается, я просто тебе объясняю, что, да, надоело уже, сколько можно это одно и то же говорить, я вообще не про это говорю, я про то говорю, что у мужчин, кроме этого, ну, то есть у мужчин, у меня, у тебя, у всех, кто есть половые яйца там, да, то есть, ну, сумасшедший, что ли? Ты не понимаешь, что такое мужчина, что ли? Мужчина, мужская особь половая, у которой есть семенники и трубочка, которая встает на женскую привлекательность, да. И в нужное место семенники высвобождаются и рождаются. Ты, я, вместе целая семья, да, вся страна моя. Это называется мужская особь, понимаешь? И у нее, у мужчин бороды растут там, и они там... крупнее телами обычно, да, то есть генетика там своя, бла-бла-бла, короче, не важно. То есть мужчина, вот у всех мужчин, для них самое главное только одно, то есть дело как-то состоится в этом мире, в жизни, да, то есть и не фальшиво, и не, да, не кормушка, не ш... да, не наф-наф, не фниф, там, да, этого нет. Не по... да, не то, что, нет, домик строить это из разряда бабы, да, зачем тебе домик-то строить, ты делами занимайся, ты всем тогда строй домики. Специалистом процент, да. Я сразу же конкурент. Да. То есть я не про то, что тебе надо утраиваться. То есть я на 100% уверен, что это просто ну, типа, минимализм, экономичность, да, то есть кому надо будет, они сами. То есть смотри, вот это, ну, долгий разговор. Я вам не верю. Я вам не верю, что вам надо тратить кучу денег, чтобы где-то там какие-то дома содержать, дома. Это надо или нет, чтобы размножаться? Женщине это надо или нет? Это надо ли тебе или нет? Но это надо по-настоящему, типа, чтобы там был уют. Этот уют никому не нужен, никто не знает. То есть,
ацтеков убьют, когда они друг друга резали, дальше. Где эти ацтеки, где их самые первые. Ну, я к примеру, я говорю. Нет, сейчас такой популяции нету, вот сейчас есть еще неизвестно эти мои, они мои, которые там, эти мексиканцы, мексиканцы, ну да, касается. Я просто так уже говорю, поняла тебя, да? Потому что они все выжили сами. Какой, может, их там миллион было какое-то время, где-то не хватило, просто все издохли. У него меня не касается. Что не поверю. А как хорошо, так а как лучше? Лучше, чтобы было куча детей, чтобы они были здоровы, понимаешь? Не в домах они жили там, в домах. Лучше, чтобы было, да, чтобы они были, да, да, ну, понимаешь. Я вам все равно не верю. Я все равно вам никогда не поверю, что так, понимаешь. Нормальный быт — это как друиды, мы живем в лесах, где-то не в лесах, а как бы. Ну, просто даже, да, ну, типа того, как бы, может, черт его знает, типа того, да. Ну, как-то не очень экологично, но так, конечно, не будет. Надо ориентироваться, потому что кто-то, это технократия. Может, когда-то даже так и было, черт его знает. Потому что все равно время побеждает, все равно мы, как бы, движение вперед, то есть технократичное, так, да. И, типа, все, да, для выживания, наверное, да, для выживания, не о чем говорить. То есть, да, людских тел буквально, да, во всех любых условиях, да, и для того, для зажиточного, чтобы, наверное, да, да, может быть, да, то есть для нахождения знаний. Хватит мозги кочкать, это всего лишь вопрос времени. Правило здесь одно только, да, что мужчина, чтобы размножаться, этого не надо, это во-вторых, а для тела это не нужно, это во-первых, да. Для тела нужно, да, и для счастья это не нужно, это в нулевых вообще просто, да. Да. Счастье нужна здоровая, не психиатричная женщина. Мужик, который... который будет делами заниматься, да, разумно их, наверное, как-то, наоборот, тратить, не знаю, как-то так, да. Наверное, да. Он тебя просто так... Ну, это здесь не идеал, а что, никто не идеал, ничего, это я продался, что ли, а как лучше? Вот как вот прямо сейчас лучше? За что держался тебе? Крепкий умом. Что тебе нравится? Большой боль. То, что тебя не победил. Еще чем будешь держаться? Детей держи, дети же это там, дети, ну, что делать? Дети, они же тебе должны много всего, правильно? За то, что ты с собой сделал в этом мире уже сейчас, используй какие-то особые навыки и умения, которые... Ну, профессиональные, что ли, да? Ну, смотри, там, монтажник-строитель, да, то есть, по-моему, скажи, да, специально какие-то специальности, специальные знания, умения, да. Да, вообще, это просто, например, играть на фортепиано. Я это применимо в разных, отвали уже, это отвали уже. Как бы ференцемблистом, что ли, но профессионалом.
там, ну, история искусства, просто, да. Просто там интересно просто было, да. Я просто, как сказать, деревенский мужчина, я просто зритель, я, да, деревенский мужчина, простите! Нет, да, значит, да! Отрицание никуда тебя не приведет, понимаешь? Отрицание это неадекватно, это ложь. То есть я не хочу этого видеть, и это самое, да, понимаешь? То есть это как бы как временный только инструмент какой-то, да. Вашего хинета, так просто, знаешь, да, я даже вот с вами разговариваю, что все ненормальные люди. Да, да, просто как бы, на самом деле такого нет, просто ты интуитивно, что-то, не то, что интуитивно, ты должен что-то делать, да, 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 учитывая то, что ты там занимаешься, все, 80, да, я тебе говорю, то есть, ой, как удивительно, что у тебя что-то, ну, понимает он тебя, я просто тебе объясняю, что, да, у тебя все это берется, ты все не ух ты идиот, ты дал. Меня это не касается. Это, ну и что, что это? Что ты хочешь на это сказать? Просто я очень люблю. То есть это все равно все объяснимо, объясняй себе, как хочешь. Мне это вообще не касается сути. Есть профессиональная эмпатия, например, такое понятие, да? Есть какие-то вещи, которые, типа, какие-то, ну, нет, не совпадения, не типа и не какие-то! А, да. Толпы, то есть что люди ведут себя как бы, ну, друг к другу идентично, ну то есть как бы друг друга чувствуют как бы на расстоянии, как будто бы, или не как будто бы, а, ну да, 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 то есть, ну типа там как квази-интуиция или что-то типа, да, ну не совсем, ну это не важно даже, то есть просто объективные механизмы, которые не отрицаются никем, то есть потому что они просто существуют, и все это понимают, да, а все остальное это просто ложь, изменение, смерть. Мошенничество, ну и для многих чего интересного, так скажем. Да, жизнь, 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 да, так скажем.